Бородатая Кончита Вурц объявила о самоубийстве. Австрийский артист Том Нойверт рассказал, что мечтает избавиться от своего женского альтер-эго, образа бородатой певицы Кончиты Вурц. Музыкант Том Нойверт, более известный под именем Кончиты Вурст, заявил, что собирается раз и навсегда покончить с образом бородатой певицы. В интервью немецкой газете Die Welt Нойверт признался, что делает первые шаги, чтобы избавиться от надоевшего эпатажного образа. Например, певец начал все чаще одеваться как мужчина. Нойверт заявил немецким журналистам, что его истинное эго взбунтовалось против той женщины, которая принесла ему победу на Евровидении в 2014 году в Копенгагене. «С этой женщиной, с которой победил на Евровидении, я всего достиг. От нее мне больше ничего не нужно. Я думаю над созданием новой персоны, поэтому Кончиту я должен убить. Я в поисках того занятия, в котором я буду действительно хорош. Именно поэтому Том и взбунтовался против нее», – заявил Том Нойверт. Впервые австрийский музыкант представил образ женщины с бородой в 2011 году. С помощью него певец стремится дать людям повод задуматься о природе, ксенофобии и толерантности. Артист признался, что идея пришла ему еще в детстве. Артист часто подвергался насмешкам среди сверстников. Понравилось видео? Ставьте ваши лайки, пишите комментарии и делитесь видео с вашими друзьями. Чтобы быть в курсе всех последних новостей, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!